Всем добрый день, дорогие друзья. Перед тем, как я перейду к вопросам, у меня есть вопрос к публике. Поставьте, пожалуйста, 3 плюса, кто был у меня на живом семинаре. Я знаю, Сергей Лагода был в Германии. Кто был, неважно, Германия или Москва, или любой какой-то другой город, или Киев. Поставьте, пожалуйста, по 3 плюса. Так вот, почему я поднял этот вопрос. Дело в том, что в последнее время, вот даже в сегодняшнем спрашивали, отвечаем, люди задают вопросы по поводу моей реальной торговли. Я для этого специально задал вопрос людям, да, это не один, не два человека, вы видели, сколько людей было. Так вот, последние 2 года я торгую на семинаре на реальном счету. Теперь кто был на живом семинаре, где я торговал на реальном счету? Это была Германия и была Америка. Тоже поставьте по 5 плюсов. Там были вопросы по поводу, торгую ли я на реале или нереале. Я не просто торгую на реальном счету. Я торгую последний день семинара для всех. И все это все видят. Поэтому, дорогие друзья, уколки, типа, что я не торгую или еще что-то, к сожалению, в данной ситуации они не проходят. Скажу даже больше, что у нас есть дни, когда мы торгуем на семинаре, где у нас 80% положительных сделок. Поэтому я специально задал вопрос, кто был на семинаре и по-простому, кто видел, как я торгую. И мне очень приятно, что эти люди здесь есть. Мне очень приятно, что даже студенты, которые вот учились год-два назад, Боря Зимарев почти уже 3 года назад отучился. Леша вообще, по-моему, насколько я помню, лет 5 назад или 6 вообще был. Абсолютно верно. У нас предпоследний день – это домашнее задание. И последний день у нас торговля на реальном счету. И у нас самый плохой день был, это была Германия, Сережа подтвердит, у нас было всего 55% положительных сделок, потому что рынок, по сути дела, был никакой. И Сережа скажет, мы и немецкий рынок просматривали, то есть абсолютно безразлично, какой рынок мы можем смотреть. Поэтому, дорогие друзья, все, кто будут смотреть это видео, я думаю, что у вас больше вопросов не будет. Совсем скоро, дорогие друзья, 21 сентября у нас в Москве пройдет форум трейдеров клуба «Картель». Это будет в Москве 21 сентября, будет очень круто, будет огромное количество участников, будет огромное количество классных спикеров. Я подготовил немножко другую информацию, такие маленькие секретики по пониманию рынка, то есть я вам расскажу более такие, будем говорить так, профессиональные вещи, поэтому приходите 21 сентября, Москва, съезд трейдеров клуба «Картель». Будет очень интересно, целый день, огромное количество спикеров, огромное количество людей, которые будут с вами делиться опытом. Это самое главное. Больше информации о конкурсе, акции и форуме вы найдете в описании этого видео. И, как всегда, если вам нравится наша рубрика «Спрашивали, отвечаем», подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о наших новых трансляциях и во всех видео на канале.